Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, и мы продолжаем играть в игру Stick War Legacy. Как ты видишь, у нас две новые дополнительные миссии. Ну что, давай посмотрим. 183 и 184. Вот так вот. Ну что, поехали. 8 очков дают нам. Так. Масть, этот, убимак. Капитон. Ну, я не знаю, давай, наверное, попробуем для начала. Нет, хотя... Почему нет? Давай посмотрим. Ну, если я неправильно сделал. Так, уничтожить статую врага. Ох, ё-моё тут. Тут сразу же армия плодится. Побежали. А чё, сразу побежали от меня, да? Сейчас попробуем их бомбануть, друзья мои. Ну да, конечно. Сейчас рубанем. Главное этих рубануть, магов. Ну, да что там за проблемы-то, я не могу понять. Кто у него там стоит? Там, а, капитоны. Пока по максималке у нас все. Ну ты посмотри, а. Что у нас все меньше, меньше и меньше становится. То есть он меня, грубо говоря, разнес какими-то плешивыми капитонами, что ли? Так я понимаю. Вот эта вот армия лучников, она просто, ребята, была бесполезна. Переиграем. Переиграем, значит. Сделаем вот так вот. И мечников. А остальных спустим. Все, фул. Слушай, ну надо было тогда нам прокачивать кого-то другого. От этих толку нету никакого. Вон, видишь, у него кто? Мои маги тут просто, они не прокачаны. Вот в чем проблема-то здесь. Хотя взрываем так мощно. И все, сразу побежали, побежали на попятную. Нет, 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 нет. От лучников ты, я уже понял, что от лучников здесь никакого толка нет вообще. Просто нету. Смотри, 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 смотри. Они уже начинают. Капитоны сюда пришли, начинают бомбить мне магов. Давай, 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 ребята. Статую валим. Куда маги? А, это вражеские маги-то. Я уже думал, куда они побежали. Соответственно, сейчас прибежит подкрепление, насколько я могу понимать. Ёк-макарёк, вы серьезно? Давай, 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 маги.
Нельзя, чтобы этот чувак добрался до наших магов, иначе будет хана. Давай, давай, родные мои, поднажали. Все, выиграли мы. Так, переходим на 184-ю миссию. Хм. Вопрос. Тут не дают капитонов. Почему? Ну давай посмотрим, что за задание. Уничтожить статую врага. Твою налево, блин. Медик. У них медик. Это она будет хилять, значит, получается, да? Не очень это, конечно, круто. Я бы даже сказал, вообще не круто. Вообще не круто. Еще медик? Вы серьезно, блин? Да ну. И он еще, смотри, как сделал, интересно. Он взял капитона, чтобы мои лучники в него бомбили. Они будут просто отхиливать капитона и все. Значит, нам надо будет брать кого-то другого. Кого другого-то? Мечники. Да мечники припарятся тут бомбить. Уби мага, может быть, великануса взять? Ну, это трындец. Трындец, ребята, тут магов, они сами себя просто захиляют. Слушай, они призывают кого-нибудь или нет? Я вот не помню. Блин, капитона надо как-то отвлекать. Он еще призвал. Наверное, нам придется брать великана, чтобы великан их сбивал с ног. В этот момент, блин, мои лучники, да? А что мои лучники сделают, если они будут захиливать их? Да ничего. Да, интересно. Да и великан у нас будет непрокачанный, получается. Вон он уже выстрелил тут армию себе. Не, лучники здесь не помогут, мне кажется. Давай еще рабочих двух закажем. Так, у него 4 мага, 4 капьетона. Такой дохлый дохляк пришел. Дохлый великан. Он уже побежал на меня, ребята. Ну, великан, ну ё-моё, ну... Ну вот это что такое, а? Ты посмотри, видишь, что они творят? Вот. Вот, молодцы, молодцы, молодцы. Давайте этих магов. Они просто успевают себя захилять, прикинь. Да какое управление, блин. Мне не надо никакого управления. Давай-давай-давай-давай-давай, вот этого вот. Есть. Так, стоп-стоп-стоп-стоп, ребят, назад-назад-назад. Два-то отважных самых. Слушай, ну мы нормально так магов ему покромсали. А вот, конечно, с капитонами. С капитоном. Один лучник всего лишь выжил у меня. Прикинь. Один лучник. То есть великаны очень даже неплохи здесь. Есть смысл, конечно, их делать.
Ох, капитоны, а. И тогда, наверное, еще и мага закажем. А маги очень хорошо сбивают. Блин, да сколько тут клепает-то их, а? Да, что-то он там... Очень много капитонов. Очень много капитонов. Мне это не нравится. Еще, наверное, мага одного закажем. Двух магов, двух великанов. А хилов у них больше нету, да? Я смотрю, он не делает. Зато у него 8 копейщиков стоит. Я смысла в лучниках просто не вижу, ребят. Наверное, не буду заказывать. Против, ну сам понимаешь, против капитонов лучники это бесполезно. Тут великаны, мечники и маги. Самый топ. А великаны ты сам видел, они сбивают их с ног только на ура. Поэтому, офигеть, он второй, третий ряд уже клепает, эй. Третий ряд копейщиков. Ну что, до 50 набираем здесь по максималке, да побежим, наверное, на них. Лучники хороши, когда прикрывают. Это да, здесь они хороши будут. То есть, когда мои здесь воюют, лучники стреляют издалека. Вот в этом их плюс большой. Что, попробуем, наверное? Посмотрим. Я, наверное, убегу сейчас. Мне кажется, убегут они. Есть что делают? Блин, бедный великан, а. Ну что вы так медленно идете-то? Сейчас выйдут эти. Ну, где они там? Что, с хилами, что ли? Нет? Нет, вроде никаких хилов я не вижу. Вот они сбивают с ног, это вообще круто. И мои мечники их просто бьют, пока не валяются на земле. Все. Легче паленой репы. Чувак летит. Стрелой в лоб получил. Так, что если нам посложнее попробовать? Так, я уже забыл, что здесь мы... Капитонов, да? Ну, типа, готов. Ну да. И капитоны. Лучники тут, по-моему, не особо нужны, насколько я помню. А мечники, ну, нафига, они же не прокачаны у меня здесь. Погнали. Сейчас посмотрим, что у нас получится. Сейчас начнется заваруха. Вперед. О, ребята, по-моему,
мы фейлимся. Фейлимся? Смотри. Потихонечку они нас прожимают. Да что такое-то, я не могу понять. То есть они, они... У меня магов что ли не осталось больше? Точно, ребята, у меня магов не осталось, прикинь. Так, ладно, переигрываем сначала. Сделаем как они... Блин, одних магов. Ладно, одними магами попробуем. Это, конечно, будет жестко, но а чё? Надо было, знаешь, что сделать? Нам надо было магов прокачать по фулке. Но мне кажется, одними магами мы тут вряд ли разрулим что-нибудь. Хотя, кто его знает? Сейчас посмотрим, как это будет выглядеть примерно. Одними магами играем, друзья. Пока вроде бы получается, но все равно лучники. Лучники издалека уничтожают. Вот в чем беда. Да почему, блин, так происходит? Я не могу понять, блин. Кто у него там вообще бежит? Я не вижу. Опять нифига не получается. Каких-то лучников осталось всего лишь уничтожить. Тут еще маги. Нет, не прокатывает, ребята. Что-то не прокатывает. Знаю, вот так может быть как-то. Он уже там ломает вовсю, да? Мне почему-то кажется, что у него армия больше, чем моя. Или он успевает вызвать ее быстрее. Я не знаю, как это объяснить. Вот магов, если мы вражеских магов уничтожили бы сразу же, совсем по-другому бы расклад бы шел. Вот смотри, лучники, что у меня там? Ну вот как они меня опять проминают, а? Его лучники бомбят прям в этот, вот в толпу, именно в мои же куда-то фиг знает, куда стреляют. Просто непонятно, куда они бомбят, зачем они бомбят. Все, их притиснули, все, ребят. И сейчас начнется расколбас. Нет, надо по-другому как-то делать. Надо переиграть вообще полностью. Так-с, вот на этой, да, миссии мы остановились.
Как-то полностью. Что нам можно прокачать? Магия. Лучники, магия. Капитоны. Не знаю, давайте так попробуем. Лучники не дают нам покоя. Просто не дают. У него, видишь, шаманы прокачаны по максималке. Там лучников-то шиш-дин-шин. Они тоже, по-моему, прокачаны по максимуму. Как он всех прокачал? И этих мечников всех там напрокачивал. Попробуем сейчас с такой вот армией бомбануть их. Давай, ребятушки. Мечников позовем еще. Ну что у него за копейщики такие, блин, неубиваемые? Ну объясните мне, пожалуйста, а, ребят. Давай, ребятушки. Давай, давай, я не... Даже не знаю, что тут еще придумать можно. Просто не... Я не знаю. У меня не получается их пробить, ребят. Вот тупо не получается, и все. Не, вообще никак. Ну ведь это же, ребят, ну это полный бред. Просто полный бред, я не могу с ними справиться. Не могу, и все. Не знаю я, как тут еще с ними быть. Просто не знаю. Подожди, это что за уровень-то? Чё мы взяли-то, ёк-макарёк? Блин, выход дай. Я, по-моему, не ту миссию взял, ребят. Конечно, не ту. Вообще не уверен, блин, что нужны ли нам тут. Блин, ну они же сейчас маги быстро запетрушат моих воинов. Вот этот отряд они просто с пару хлопков уничтожат. Вот что самое обидное это. Давай смотреть, что у нас из этого получится. Видишь, что маги вытворяют?
вообще не дают. Сколько их там магов? Раз, два, три, четыре, пять. Пять магов. Пять магов устраивают вот такой вот расколбас мне, прикинь. Ну как может, блин, раз, два, три, четыре. Как могут пять магов вот такую вот сделать, ребят? Ну как? Я лично вообще не могу даже понять, как они могут такое сделать. Пять магов расколбасили мою армию. Не, он, конечно, через каждые 3 секунды призывает подкрепление, как я погляжу. Нет, ребят, не дается мне этот уровень, к сожалению. Я уже перепробовал все и всяк. Не получается. От лучников здесь, вот от моих лучников вообще толку ноль. Ноль! Вот просто ноль, без палочки. Дай-ка я попробую. Я не знаю, что тут еще можно сделать. Ну вот что вот можно еще тут сделать? Копейщиков прокачать полностью, ну это... Толку от этого вообще никакого не будет. Не знаю. Последняя попытка, друзья мои. Если не получится, ну, не судьба, значит. Пять магов, да, например. И копейщики. Фиг её знает. Мои копейщики в любом случае должны быть посильнее, чем его. Но нет. Раз, два, три. Я вижу три мага здесь. Вот в данный момент стоит три мага. Вон там четвертый идет. Пятый. Не, ребят, тут физически мы проигрываем. Просто ты посмотри, у нас вон уже сколько там это здоровья всего. То есть, как ни крути, у них армия сильнее. Хоть я и прокачиваюсь по максималке, но... Но толку ноль. Мало толку от этого. Вот и все, вот от моей армии уже ничего не осталось. Да, друзья. Да какой там сначала уже выход? Ладно, друзья мои. На этом я буду закругляться. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.